Ванька, привет! Привет, Илюха! Всем привет! Мы приехали на пробы фильма. У нас сейчас лето, мы решили не скучать. Так, нам на второй вход, это фильм «Ё». Мы тут уже были не раз, да? Два раза. Да, два раза были уже здесь. Ну, да, больше. Больше мы тут были. А вот, так что пожелайте нам удачи. Три раза были. Да, мы вчера снимали видеовизитку на немецком языке, потому что есть кастинг на фильм, где главная роль как раз нашего возраста, мальчишка на немецком языке. Должен немецким владеть. А вот. Так что будем смотреть, как получится, да? Да. Вперед. Как настрой? Текст помнишь, выучил? Помню. Молодец. В машине повторял. О, даже мы пришли, тут на удивление нет очереди. Обычно такие очереди. О, машина, давай начнем. Клевые. Старенькие. Бусик и машина. Да. Ну, видишь, такие для съемок как раз. Территория фильма. Еще. Ух ты, мальчишки, смотрите, вон сколько машин классных. Пауза, ждем девочку для проб. Вон, покажем вам тут на территории фильм-бюа, какие машины. Старые. Мама, ты знаешь, что вот какие классные, нет? Да? Вот слышишь, а какая-то из них не вот это была, когда в этом снимались, в офицерских женах. А вот это? Вот это, по-моему, была там черная. Похоже. Очень похоже. Может и она. У нас надо посмотреть фотографии. У нас есть фотки еще. Видишь, Мерседес какой. А это ГАЗ. Еще один ГАЗ. Меня олень, свою страну олень. О, это тоже ГАЗ. Ну, какие старые советские автомобили. Красивые, да, делали? Беха какая, ну, классная, да? А ух, как раньше. Москвич. Москвич. Какие это красивые дела. Смотри, а он совсем... Машина такая вроде большая. Представляешь, как здесь сидеть? Какая она манюня, смотри. Внутри. Это тоже москвич, видишь? Вообще такие окна махонькие. Я себе даже не представляю. Это без марки машина. Это машина без марки. Без марки. Да, вот. О, чайка. Чайка, это видишь, это была такая дорогая машина, крутая. На ней президенты ездили. Да, да, богачи ездили. О. Она, видишь, какая он широкая. Да тут какой салон. Да, много места в ней. Как интересно, да? Самая лучшая вроде бы. Ну такая, да, по-богатому. Да, ну смотрите. Ну сейчас он. Здорово, красиво. Мальчишки фоткают машины, так они им понравились. Я пока, я не такой богатый, но это могу купить. Это можешь купить уже, да? Это, на, нет, это уже это, заработал? Нет, это уже это антиквариат, я не могу это купить. Понятно. Окей. Так, ну что, пойдем? Пошли вон посмотрим, военные еще тут машины стоят. Видишь, Opel Blitz. Наверное, немецкая какая-то машина. Ого, посмотри, какие номера хорошие были. В то время. Смотри, просто нарисовать можно любой. Мне кажется, вот это вот немецкая машина. Это? Ну, вот эти, да. Вот это немец. Немцы, наверное, на таких вот ездили. Это? Вот эти серые, да. А вот это советские. Ух, какие, смотри, колеса. О, вот, еще одна советская. Не, не трогай, не надо трогать, зайчик. Мама, видишь, какие. Сейчас пластиковые делают, да, машины? Класс. Да, в основном. Очень зачастую. А тут? Вот, железный стоит. Здорово, да? Интересно как. Ну, прикольно. Такие старые-старые машины. Да, нравятся тебе. Особенно такие немецкие. Тут даже лопата есть. Даже лопата, да. Ну, это знаешь, весь... такое. Едет, идет. А смотри, вот это зеркала, лопат. Наверное, были. Что? Вот это зеркала? Да. Или что это? Наверное, зеркало. Потому что, видишь, там нет зеркал. Мам, наверное, ну, можно ее... Смотри, туда бежит уже отбили. Ты можешь машину сразу... Так, где?
А, это медицинская машина, да. Все, пойдемте. Мальчики, вперед. Давай. Кафешка такая симпатичная. И бусик стоит. Тоже фоткаешь, да, Ваня? Классный какой. Хиппи раньше на таких ездили. Не надо дудеть. Это же люди работают. Если бы он еще работал, то... Все, смотрите, какие. Похоже, красивые. На тот, там, где... Типа Иван. Там, где Иван Васильевич меняет профессию, ага, да, похож. Похож тех времен. Мы смотрели. Все, мы идем на выход.